Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать один полезный совет, который я нашел в сети и на который было много положительных отзывов. А это говорит, что совет дельный. Итак, рассказываю. Как сэкономить на отбеливателе и при этом получить впечатляющий результат? Нам понадобится 3% перекись водорода. Она прекрасно отстирывает любые застарелые пятна, убирает желтизну и следы пота с одежды. Берем 1 чайную ложку перекиси и разводим в 2 литрах теплой воды. Далее добавляем в этот раствор 1/2 чайной ложки пищевой соды. Грязную одежду белого цвета замачиваем в приготовленном средстве и оставляем на 20 минут. После этого вещи нужно постирать обычным способом. В результате все пятна отойдут и вещь приобретет приглядный вид. Обязательно оцените этот способ отбеливания вещей на практике. Результат вам понравится. На этом будем прощаться. До новых полезных советов. Пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!